Тем временем в спортзале «Фокси в марш» завершился открытый Кубок Северодвинска по флорболу среди мужских команд. Главный поединок высшего дивизиона между командами «Океан» и «Севмаш» стал украшением всего турнира. Начнем с результатов финальных игр за кубок в первом дивизионе. В матче за третье место команда «Факел» разгромила флорболистов «СКА» 14-5, а в поединке за первое место архангельский «Ремикс» довольно легко обыграл «Севмаш Юниор» со счетом 7-2. В бронзовом матче высшего дивизиона команда «А» уступила игрокам «Пиренеи» 6-11. Что касается главного матча, то команда «Севмаш» вела в счете после двух периодов 6-5, но игроки «Океана» в очередной раз показали свое высокое мастерство. Не позволив забить соперникам, флорболисты Беломорской базы отметились 4 мячами и заслуженно победили со счетом 9-6. Лучшими игроками в высшей лиге стали голкипер «Севмаша» Владимир Григорьев, защитник «Океана» Владимир Горевских, нападающий команды «Пиренеи» Антон Надеев и лучшим бомбардиром стал Игорь Кучин.